Всем привет! С вами канал Максимация, и давно мы не играли уже в Dead Space 3. Игру под названием Мертвый космос 3. Последняя серия вышла в ноябре 2020 года. Охренеть. Это, наверное, у нас действует вот это все дело. Это просто уже все рушится, надо бежать. Короче, мы снимали с Лехой эту игру в режиме кооператив. Да, но теперь такой кооператив, которого никто никогда не смог увидеть. Мы теперь настолько близко. Да. Мы вообще снимали 15-ю финальную серию, но я случайно удалил запись. И серия не вышла. Вот только сейчас решили записать, но у нас пропали все сохранения, поэтому скачали пиратскую версию, поставили сохранение, чтобы заново не пришлось всю эту скукоту перепроходить. Беги эту скукоту. Мне что-то казалось, что он не бежал. Поэтому сейчас мы играем не вдвоем, сейчас я играю, а Леха комментирует нам туда. Да, фига обелиск. Страшные камни. Я вообще ничего не помню, что тут было. Я помню только то, что Роберт Нортон вроде бы был скотиной, как мы и подразумевали, но мы его подстрелили. А еще этот мерзкий мразотный тип, который рулил всем злом. Как там звали его? Рулил всем злом? Ага. Ну, это так можно сказать в игре. Какой? А! Я понял, это только что вспоминал. Да, не помню. Короче, его раздавило камнем в конце предыдущей серии. Какую еле я что-то не могу увидеть. Смотри, какая мерзкая игра! Это не пушка. А как менять пушки? Пушки, ну вот и один, все. Два, или... Я на таб жму, как в GTA, блин. О, так лучше будет. Я вообще реально не помню, как тут играть, как тут все работает. Вот абсолютно. Да блин. Поэтому я сейчас часто буду помирать, наверное. Здесь у тебя хотя птички есть. Ага, как ты. Блин. Ты только сначала надо убить это заразу. Так. Птичка. Так. Она ожила, что? Ой, беги. У меня здоровье на нуле практически. А как? А, какая? На Q, что ли? Нажми еще раз. О, и вот аптечка летает. Да блин, да кто ему едут, блин? На пробел. А, поджигает. На пробел он поджигает. Да. Надо бежать. Ну блин, я не знаю. Ну ты же даже не смотрел, куда бежишь. Да потому что я вообще не помню эту игру, не помню вообще ничего. Ну-ка, делать. Поделись со мной. Да. Ну, у нас все-таки кооп. А! Ах ты, скотина такая. Скотина, не знаю. Ой, отдай! Улетела. Я тебя приглашу. Да? О.
Да как вы надоели? О, это красная карта, сказали. Ой! Беги, Айзек, беги. Все ломается! А. Нет! О, Сена успела, Сена. Вот. Че, тут сам? Ну, не знаю, тут уворачиваться будет. Да. Не знаю, как ты, а я плохо это все помню. Откуда он прилетел? Надеюсь, сейчас не сначала. А попробуй ты. Сначала. Да, жесть, что произошло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как надо было увернуться? Налево. Аж надо было заметить полет. Все, понял. Ой, красная кака. Ну хотя не красная, желтая, скорее. Больно. Нее тоже скрывать можно. Да? Как. А как это делать-то? Он не достает оружие. А, вот, достал. Ой! Мадафака. По башке максимально не прилетит. Ага. По очереди играем. Блин. Я прохожу одно, он проходит другое. Я прохожу одно, он проходит другое. Он проходит одно, я другое. Да, если на средней сложности так быстро умираешь, как он хардкор. А? О, нет, нет, только не быстрый. Только не быстрые твари. Как я их не... Вообще тут всех ненавижу. А, я, кстати, вспомнил, как мы этого Нортона замочили. Да. Ты ему в голову стрельнул, а я его растоптал, у него одно туловище осталось. Надо пересмотреть, где это будет. А, ты не забыл, что ты здесь занесение заморозки. Или как ее там? Стазис. Стазис, да. О, что это было? Ну явно не сюда. Споткнулся человек. Он уже в офиге, что тут происходит. Я бы тоже, я бы обоснулся. И не блюй. Да. Вся. Об этом мне аптечка. Где моя аптечка? Тут что-то было. Все, улетела аптечка. Ладно, тут сейчас верстак будет. Я помню. А вот я не помню. И последнее укромное место. Я надеюсь, это не последнее укромное место в моей жизни. Кровавая луна. Именно так называется эта глава. Так, значит, давайте мы посмотрим. Револьвер и гидронож. Гидронож, да. Не знаю, надо его брать, нет? Клепальный молоток. Булпап и клепальный дробовик. Булпап, ну и название, конечно. Блин. Можно так-то, ты хочешь, нет? Не знаю. Так, ну аптечек мы, конечно же, возьмем. Да, ты на видео в маске еще, блин, зачем?
Леха все время нас забывает снимать маску. Я думаю, хватит, да? А! Патрон-то надо взять. Да, патронов-то тут. На всякий случай. Нифига себе тут патронов. Да, человек, который играл, постарался. Да, это не наше сохранение, нам пришлось из интернета качать, как я уже говорил. Ой, давай какой-нибудь костюм. Красный. Какой-нибудь красненький. Такой. Красненького тут нету. Вот это костюм вообще с первой части. Кстати. Вот я, может, а можно... А еще этого? Элитный. Ну, да. Вот элитный можно, а мне еще вот классически нравится. Значит, он элитный, там красный цвет, по-моему, чуть был. По-моему, да, кстати. Но он, кстати, мне очень нравится. Да. Да, точно. И я красного цвета костюм носил тогда. Маска его классная. Да. Ну что, с этим оружием пойдем, да, наверное? Да, с этим. Вооружились. Ладно, Максиманзе, давай. Бери бразды управления. На Е нажми справа. Ой, слева. О, вот так открылось. Сломался уже костюм. А, ну естественно. Опять уворачивайся. Ой! А чё так резко, да? О! Ты ещё не резко. Ой, только не шипы, шипы, я не вижу ничего. Ой, я тут куда? А тут куда? А, не-не-не-не, о! Я уже думал, я сейчас врежусь. О, боже мой, это что такое? Впрочем-то, мы с Лёхой это видели, но я уже напомню, это было очень давно. Мы скотина. О, как мерзко. Я как понял, нам управляется. Наверное, надо. Да. Наверное, надо стрелять в глаза. Потому что это. О, боже мой, как он поранился. А, оно еще и говорит. Глазами повернись. Нет, нет. Еще не вот, вот на эту штуку посередине ставь. Вот, на эту. Ты можешь притягивать обилиз. И стрелять. Я понял, а какой кнопкой это делать? F, я уже думал, а C. А где эти камни-то? Вот эти? Что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ищи, где-то там они летают, эти камни. Посмотрите. Вот туда поверни. Блин, ничего не видно. Туда. Вот тебе, смотри. Как стрельнуть? Ага. Пропал. Мимо, да. Бери еще один быстрее. Во, другой дело. Не важно, какого пола. Главное, что уничтожен. Еще какой кнопкой F. Кстати, голос Майкла из GTA 5 я вспомнил. Вот, да, только вот где глаза? Ой, фу, какие зубы отвратительные. Стреляй в эти желтые. Вот в эти? Да.
А. Ну все. Сожрала. Ага, я такого не видел. Я такого тоже не видел. Четыре раза. Получил. Зараза. А, глаз выломался. Где эти камушки? Вот он еще один. Так, где эта мерзкая урода? Да, да, на. Закрыла, да. Сараза какая, а? А мне надо в желтые каки стрелять. Будет сейчас. Ты говорил, надо стрелять или можно стрелять из оружия в эти желтые каки. Да, блин. Так, вот сейчас как будут каки. О боже, какая мерзость. Так, вот каки, вот вторая кака, что ты так долго перезаряжаешь обычно. Нет, нет, только не поглоти. Ну и ужас. Покажи свои глаза, давай, повернись. Где камушки и где глаза? А вот и глаза. Сколько же всего глаз-то? Три? Давай, давай третий глаз покажи. Ну что ты закрываешь глаза-то? Мерзкая зараза. Ой! А, вот что пробил делает. Сейчас опять красные каки надо. Точно, ну точно. Ну вот очень вовремя перезаряжает, как всегда. Да. Тьфу ты, гадость какая. Так, готовим камни сразу. Ой, фу. Сначала ты их избавиться надо. Это Максимадзе включил режим терминатора. Надо было такое. А каких оно размеров-то вообще? Ну большие очень. Очень большие. Все, оно подохло. На эту штуку зайдите. Какую штуку? А. Тьфу ты, гадость какая. Нет, не надо, надо. Тьфу ты. Разорвали.
дальше куда? Да. Как он поранился там сильно. Кусочки этого говна все еще летают. Так они что, умерли, что ли? О, титры пошли. Да. Начались эти приключения в конце 2020 года и закончились только сейчас. Долгая была история. Да. Нифига, сколько мусора. Поближе немного. Это мусора много в космос. Да, это точно. А вот это тварь. Что я хочу сказать? Сюжет у этой игры скучноватый. Реально скучноватый, и больше цепляет геймплей, чем сюжет. А ты как согласен? Ну, да, третью часть они испортили. Вот. Это уже не совсем, ну, тот самый Dead Space, потому что первая часть намного круче была по сюжету, ну и вторая. Ну, вообще суть первой и второй части, ну, особенно первая, что реально в игру страшно играть. Вот. Особенно, когда ты один. А это так, мы ее прошли, потому что тут есть корпоратив. Ну, а так игра, в принципе, интересная. Ну да, геймплей цепляет особенно. Были вот реально интересные моменты, кстати, когда мы играли. Согласен. Да, и... Ну, например, я-то знал, что будет дальше, максимально не знал, ну, должно было быть интересно. Так, там после титров что-то будет еще. Mm-hmm. А, ну, там будет черный фон. И Айзек, голос Айзека. Элли.
Эли, ты меня слышишь? А, Эли, да. Привет, да, было, точно, точно, я вспомнил, мы же это записывали, когда я удалил запись. Так что надо в этот раз, и вот еще раз бы не удалить случайно только. Еще DLC у этой игры есть. Может быть, когда-нибудь мы его тоже снимем. Да, кстати, я сам его не проходил, мне очень интересно. Ну, я слышал, они там должны на землю полететь. Ну все так? Да. Ну что ж, на сегодня все. С вас лайкос, подписос, с меня эпичные видосы. С нас эпичные видосы. Да. Подписывайтесь на канал Чухчетова Ворочу. Там вышел новый ролик совсем недавно. Ролик, в котором был и я. Ну и все. Больше не важно. Да? Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал в Дзене, в Телеграме. И всем пока.